Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил Иркутский национальный исследовательский технический университет. Главе региона представили ведущие лаборатории университета. Среди них корпоративный учебно-исследовательский центр, созданный совместно с компанией «Иркутскэнерго», и комплекс лабораторий направления авиамашиностроения, где велись исследования по проекту создания самолета МС-21. В рамках визита руководство ИРНИТУ совместно с мэром Иркутска и главным городским архитектором представили проект развития территории студгородка. В планах строительства новых общежитий, детского сада, новой поликлиники, спортивных и культурных объектов. Все эти проекты уже проработаны и включены в градостроительный план столицы Приангарья. В завершение встречи глава региона ответил на ряд вопросов сотрудников и студентов вуза. Были поддержаны инициативы политеховцев. В частности, ведущие научные сотрудники будут включены в рабочие группы по ликвидации последствий прошлогоднего наводнения в Тулуне и решению проблем отходов байкальского ЦБК. В Рио губернатор отметил, что ИРНИТУ играет большую роль в развитии региона и призвал вуз еще активнее участвовать в разработке концепции развития области на ближайшие 10 лет. Я бы хотел, чтобы вы тоже в этом вопросе поучаствовали. Вы мне там накидайте ваше развитие до 30-го года. И мы уже готовы выступить уже на федеральном уровне, в том числе вопросы тех мероприятий, которые вы запланировали, реализовывать их